10 невероятных экспериментов, которые можно провести дома. Кто сказал, что наукой можно заниматься только в лабораториях? Вот несколько потрясающих экспериментов, которые вы можете устроить дома. Мальчишки и девчонки, помните, проводить эксперименты надо только в присутствии родителей. Невероятные эксперименты, которые можно провести дома. Номер один. Магнитная жидкость. Ферро-жидкость – это магнитная жидкость, которую можно сделать самому. Вам понадобится только растительное масло, тонер для принтера и редкоземельный магнит. Налейте в банку примерно 50 мл тонера и добавьте 2 столовые ложки масла. Перемешивайте до однородной жидкой консистенции, затем возьмите магнит и приложите его к банке снаружи. Жидкость начнет реагировать и формировать шипы.